Урок 9. Задерживание петли. Петля – луп, постоянно повторяющийся фрагмент, обычно состоящий из нескольких сэмплов, например, партия ударных. В большинстве случаев луп имеет темп и продолжительность в 4, 8, 16 или 32 удара основного барабана. В программе существует возможность повторения текущей петли с помощью функций loop in и loop out. Для этого нужно воспроизвести аудиофайл и нажать кнопку «In», когда воспроизведение достигнет желаемого начала петли. Затем нажать кнопку «Out» и в раскрывающемся списке выбрать продолжительность петли, которая будет повторяться до тех пор, пока активна кнопка «Out». При помощи параметра «Shift» можно регулировать границы выделенной петли, смещая их по диаграмме сигналов влево или вправо от начальной позиции. На данной панели также имеются функции быстрого доступа к эффектам и сэмплеру. Воспроизвести сэмпл или активировать эффект можно, нажав левой кнопкой мыши по его названию, при этом рамка вокруг названия должна обрести цвет.